Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика Forza Motorsport 23 года на канале. Так, продолжаем. Короче, мы заезд гиперседанов катаем на BMW M5. Он у нас трасса, не знаю, ни разу, никогда, нигде, ни в какой игре на этой трассе я не катался. Вчера смотрели ее. Все в Хаконе большое, горы, трибуны, трассы и скорость, с которой вы будете проходить каждый участок. Ну вот как бы так, вроде как, да, скоростная трасса, насколько я ее понял. Я до сих пор не понял, это BMW у меня полноприводная или все-таки она заднеприводная. Или вчера мы так и не посмотрели эту трассу, блин, что-то я не помню. Нет, мы не стали, да, по-моему, смотреть. Не-не-не, по-моему, нифига не смотрю, что я прям еду. Ничего не узнаю. На круг минута 31. Блин, тренировка. Ну вообще, прям смотри, до 6 я раскручиваю. Да ну блять, как так-то, ну.
Ну, сейчас должен минуту 31 я поставить, потому что я 2 секунды везу, да. Ладно. Тренировку пропускаем, идем в гонку сразу. Опять не посмотрел, сколько кругов. Так, а здесь нам покажут события. 5 кругов. Отлично. С 12 места пойду. Кругов. Ну, в принципе, круги небольшие. На скоростной трассе 5 кругов. Опять Мерседес первый у нас этот стартует. Ладно. На 11 очков я впереди, чем он, в общем, зачете. Опять ФПС забыл отключить. Вообще, блядь, еду как... Блин, и вести она себя по-другому стала в гонке. Ну что за дела? Она помещаться перестала.
Ну ты, блядь, нормально. А чё ты встань сразу поперек дороги, нахуй, и все. Долбоёб, блядь. В отсечку передачу кручу. Ну, первого точно я уже не догоняю. Ну на подиум бы заехать, блин, а это надо этих двоих обгонять. Что он меня остановил? Уже не успею просто. Ладно, четвертый, хрен с ним. Можно было за подиум побороться, можно было. Так, что у меня по общему зачету? Я на первом месте. Сколько нам? 21 очко дают. Нам надо, короче. Так, а в этого 87. Это тут 13 на 15 очков. На 15 очков получается.
Я впереди, да? Ну там мне бэха все поднасрало. Я бы залез на подиум. Там просто... Ну ты сам все видел, в принципе, ладно. Капот, 15 уровень BMW, блин. На 4 круга мы поедем. В спа, да? Это красная вода, нет? Или я ошибаюсь? Угу. 7 километров. 4 круга. Низкий густой туман. Время суток 18:00. Ну ладно. А, погнали, короче, в тренировку. 4 круга. 4 круга. Сейчас мы на тренировку сразу настроим тачку. Так как я пойду в гонки. Я тебе говорю, я в гонки поехал, она, блин, это. Вести себя иначе стал. Переста, да, красная вода. Спа-Франкошам – это почитаемая всеми гонщиками земля и одна из более сложных поворотов, требует исключительно мастерства и сосредоточенность. Добро. Это сосредоточенность и сложные повороты. Это про меня как раз. Блин, зачем настроить мне топливо шины? Какого хера мне топ... Точнее, шины не разблокируют. Так, я буду заливать... На 6 кругов. Вот, 50. Ну, блин, 50 на 5. Короче, 55% я буду заливать топливо. Давай, прокатимся. Посмотрим. Я просто еще не понял, где именно я еду. Ну, блин, все, теперь понятно. Теперь все стало ясно. Это что у тебя с тормозами, автомобиль? Ну ты... Сюда, блядь, не помещается от слова совсем. Я не говорю уже про полный газ. Я вчера смотрел, короче, ролик небольшой по этой игре. Короче, люди, которые, ну скажем так, более-менее профессионально катают гонки, не только эти, а вообще в онлайн, которые катаются постоянно, вот, они сказали, что в этой игре, даже в отличие от Assetto Corsa, под каждую трассу нужны настройки. Причем здесь настройки не такие, как в Assetto, где типа
можно там тупо пресет поставить, допустим, агрессивный, да? Ну, либо какой-то там стабильный. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, если ты играл. И катить. Здесь же нужно все с нуля настраивать и подбирать. Здесь все сложнее. Иначе время здесь не поставить. Вот, блин, даже вот здесь. Во-первых, она не затормозила, а должна была затормозить. Ну и по красной воде тоже видно, что и здесь опять, ну то есть у нее тормозов как будто нет, блин, как будто я в дождь еду. Ну, вообще не тормозит. Так, я у нее тут баланс тормозов менял. Давай поставим, как было. У нее, по-моему, с этими тормозами еще больше тормозной тут увеличился. Смотрю не туда, куда мне надо. Тупо даже поворот не вижу, блин. Передачи не настроить.
тормозит. Вот эти два поворота, которые, блин, мне нужен вот именно. Раньше тормозить начинает. Не знаю, херня какая-то. Заканчиваем тренировку. Хорошо. Поехали. Гонку. Так, что у нас? Да у нас, смотри, с 12 места мы стартуем, и нам прогнозируют первое. Но не знаю. А, подожди, так это с 9. Нет, вот с 12. Ладно, погнали. Я так, ну, примерно, да, приблизительно, совсем уж очень-очень приблизительно, естественно, ничего не учитывал. Я думаю, не ниже 5 места. И в общей таблице мы будем на первом. Главное, пятым хотя бы прийти. Конечно, на подиум охота заехать, но, блин, посмотрим, как все сложится. Два поворота дурацких, которые, блин, это что за мэрс такой? Блять, я на мэрс засмотрелся, алло, да? Давай перестартанем. А, перемотка отключена. Давай перестартанем просто. Ну, я это... Ну, блин, а ты видел, там Мерседес ехал рядом? Все, погнали. Так, 12-е. Погнали. Не смотрим больше ни на какие Мерседесы. Ну-ка, блин, а так мы его здесь не... Да вот он стоит. Серый. Ну, я до него так быстро добраться не мог. Что это за собака такая? Вот, блядь, сейчас срезку подадут. Две секунды штрафа.
Ну-ка, 4 круга, да, 4. Ну, ладно. Пострадаем 4 круга. Да ну ёпти медь, опять вылетел. Ужасно! Ну он... Ладно, блин. Она реально... блядь, она не помещается нигде. Может, опять эту срезку получу. Чуть не нравится мне эта бэха, вот, блин, от слова во всем. Ну, там, конечно, ты можешь сказать, ты сам херово едешь, блин, да не спорю, еду, да. Херовенько. Каждый раз мне тут давать штрафы. Да не спорю, да, херово еду, но... Она не тормозит, это раз. Она не влазит в поворот, это два. Она, блин, расшатывается, как сволочь, это три. Ну вот, ну какого, блядь, ну что это такое? Как будто не шина, а говно. Вот даже здесь, блядь, на второй передаче она умудряется эту шикану куда-то проскользить.
Ебанутый, блядь. Ну, то есть вот это вот невидение, то есть то, что тебя соперник вообще не видит, он тупо. Идет по своей траектории, ему насрать, блин, едешь ты там сбоку, обгон совершаешь, не совершаешь. Он тебя не видит. Не знаю, нахваливали тут этот искусственный интеллект. Хрен его знает, за что его тут хвалить. Ну смотри, куда, блин, куда нахуй? Чего она не поворачивает-то? Я херею вообще. Вообще, блядь. Держака нету у тачки, вообще ноль. Полноприводная машина ведет себя как говно. Поворачиваемости нет, блин. Ёб твою мать. Ну и BMW. Не знаю, мне кажется, если бы в жизни эти машины, блядь, вели бы себя бы так. Хер бы на них кто бы ездил. Дай похер уже. Уже бы доехать и поменять машину просто. Мне даже смысла с ним бороться нету. Потому что, да, несмотря на то, что я пройду на позиции лучше, чем он. Плюс штрафики мои. Что-то, по-моему, она там даже зашлиповала, да? Седьмое, блин, да, даже не шестой, седьмой. Ага. Ну, смотри, даже по темпу взять.
244. А там BMW M3, там даже не Mercedes. Этот Мерс вонючий на четвертом месте. Ну, 2.44 у лидера, 2.45 у меня. Я имею в виду по лучшему кругу. Как бы темп тогда неплохой был. И бэхи все три на первом месте. Так, разблокирован тур наследия. Снижение массы. Промежуточный охладитель. Замена системы подачи воздуха. Бла-бла-бла. Так, а тут давай следующая серия. Ну, мы начинать ее не будем сейчас. Ну, мы просто посмотрим, что это. Так, а у нас там что? Смотри, у нас есть... А, у нас есть премиум перформанс. Опять тут Каталуния, херуня. Тут, походу, я так понимаю, все трассы одни и те же будут. Ну, наверное. Так, ладно, а здесь у нас испытание MX-5. Немецкие соперники, легенды GDM. А вот этот, если нам открывать... А, у нас он открытый. Легендарные маслокары. Блин, слушай, ну тут, конечно, блин. Винтажные хэтчбеки. Турнир открытый класс. CBA, да, у нас что тут идет? CBA, S... класс, сейчас мы, блин, катались на BMW S-класса, хрен я ее здесь буду брать. Блин, ну и прикольно, чё. Так, ну и получается тогда, смотри, здесь у нас. Нам осталось тогда вот этот премиальный производитель, и мы должны будем показать Мизае соревнования тур за награду. И мы вот здесь должны получить какой-то приз. Поэтому, я думаю, мы не будем перепрыгивать на тур для энтузиастов. Мы пойдем вот сюда. За последние 20 лет ведущие производители Италии, Германии и Великобритании выпустили несколько купе премиум-класса, которые сочетают в себе мощность, управляемость и элегантность. Они предназначены для серьезных водителей, которым нравится превосходство на дороге. Обтекаемый дизайн кузова и извилистые дороги. Эти машины функциональны и подходят для спокойных поездок. Они могут развивать бешеную скорость во время ралли. Если эти автомобили чуть обновить, они смогут переломить ход гонки. Вот, и давай посмотрим, нам сейчас предложат на выбор, да, тачечки. С деньгами, слава богу, блин, проблем нет. Так, ну что у нас тут? У нас Aston Martin 19-го года. Bentley Continental Super Sport 17-го. BMW 8, блин, ну на BMW я уже покатался, я не поеду на BMW. Феррари Рома С-класса 2020. Феррари, блин, можно было бы попробовать. Хрен его знает, как она поведет себя в этой игре. А есть Феррари Калифорния 14-го, но это класс А.
Вот, просто дело-то в том, что обуздать Феррари это, блин, ни хрена не так просто. Есть Ягуар 15-го, Лотус Эмира 23-го, но это класс Б. Porsche 911 19-го он у меня есть. Ну, ТВР, блин, я хрен его знает, что это за машины, и не смотрю на них, поэтому... Aston Martin 19, да, блин, даже не знаю. Ну, давай попробуем, наверное, взять Ферку. Ну, а чё нет? Кататься так кататься, как говорится, да? В принципе, я бы на Лотусе хотел тоже покататься. Я, блин, понимаю, что сейчас все возьмут Феррари, блин. Кто-то возьмет BMW i8. На BMW мы катались только так. Только что. Я даже не знаю. Ну, давай возьмем. Ну, пострадаем, пострадаем. Просто тачки-то, они здесь не подготовлены. Нифига. Заднеприводная, правильно? Ну, блин, естественно, возьмем красного цвета, фирменного. Но это же Феррари, какого хрена? Тут ограничения по классу, да, 800. А наша тачка сколько? 707. Хрен мы что настроим, потому как на этой машине мы еще не ездили. Четыре круга, Каталуния. Ну, естественно, посмотрим автомобиль, прокатимся. Но я думаю, что завершать мы даже не будем тренировку, потому что уже следующую серию начнем как бы полноценную. Ну, тут вот нормально делить на две части. Сначала три трассы проезжаешь, потом две трассы проезжаешь, плюс как раз остается время тут вот на вот это вот. Каталуния печально известна своими высокими перегрузками и резкими поворотами. Причем качество прохождения станет минимальное, использование тормозов и поддержание скорости. Да-да-да, блядь, сейчас вот давайте без тормозов, как говорится, на Феррари. Встаешь на газ, прям чувствуешь, что машинка-то мощная, заряженная. Он ее сразу в бок уводит. Жопа идет вперед. Ну тут я пропустил точку торможения. Я сейчас не буду говорить, что она не тормозит. Давай-ка мотанем просто и попробуем затормозить нормально. А, он дальше не дает. Ну ладно, не дает, так не дает. Очень она, опять же, да, газ для нее. Она мощная, я ничего не говорю, конечно.
Только ты встал на газ, ее понесло. Ну, вот это вот, видишь, что начинается. Ладно, как говорится, побаловались и припарковались, короче. Давай, на этом закончим. На этом закончим. И в следующей серии уже начнем более-менее нормально ездить. Пытаться на Феррари. Ну, потренируемся. Три круга дадут на тренировку, так что. Ну, а на этом это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.